Наш факультет называется факультет наук о жизни, потому что нас интересует жизнь в самом, наверное, основном ее проявлении. Мы, люди, являемся частью очень большого биологического мира, и очень часто мы об этом забываем. И мы хотим разбираться в том, почему мы часть этого большого биологического мира, как мы связаны с этим сложным биологическим миром. И для того, чтобы попытаться разобраться во всех этих вещах, на нашем факультете мы будем предлагать несколько программ. Две из них в рамках бакалавриата. Это программа «Нейробиология поведения человека и животных». Вторая программа носит название «Биоэкология сложных систем». И две программы магистратуры, одна из которых называется «Нейробиология психического здоровья», а вторая называется «Биоэкология и антропология городской среды». Мы попытались как бы выбрать два самых актуальных и самых популярных направлений биологии. Мы считаем, что человек и животные в огромной степени похожи. И мы собираемся посвятить этому вопросу достаточно большую часть нашей образовательной программы. Это и сходство геномов, это и сходство поведения, это и сходство когнитивных процессов. И, безусловно, теория эволюции, которая соединяет это все воедино. И вот эти фундаментальные знания о том, что человек — это часть этого большого биологического мира, безусловно, имеет прикладное значение для той среды, в которой мы живем. В каком мире мы живем? Живем ли мы в городе или живем мы где-то за городом? Какие есть другие живые существа вокруг нас? Как с ними можно взаимодействовать? Как мы можем жить с ними в таких отношениях, которые могут быть названы гармоничными? Вот это, наверное, самые такие центральные вопросы, которые мы собираемся освещать в нашей образовательной программе. Я думаю, что наши программы подходят для людей, которые чувствуют разницу между живым и неживым. На мой взгляд, это фантастическое чудо. Сегодня никто не может твердо ответить, а в чем эта разница, хотя интуитивно нам кажется понятной. И все дисциплины наших образовательных программ — это попытка вплотную подойти к ответам на этот фундаментальный вопрос.